с собой топи. Ладно, сама так. Серьезно это? Откуда оно? Киберживность. Скоро откроется первый киберзоопарк. Там, наверное, будут динозаврики. Канада остается страной пиздры. Вот это реально смешно. Ты не понимаешь, что про Канаду, да? Несмотря на то, что Соединенные Штаты приняли закон об андроидах, еще в 2027 году канадский парламент в очередной раз отложил голосование по вопросу о том, можно ли использовать андроидов на территории страны. Андроиды в Канаде до сих пор не продаются и не имеют официального статуса. Может, пересудить. Ну что ты говоришь? В связи того, что андроиды способствуют не только беспрецедентному росту экономики США, но и росту уровня безработицы, спор о том, стоит ли разрешить их продажу на территории Канады, продолжается. Но пока Канада остается страной без андроидов. Как у меня сейчас животик-то? Вы это слышали? Нет, слава богу. Ну и хорошо. Он прям поурчал. Ну, давай. Да давай уже! Это я относится к геймплею! Если ты будешь долго смотреть, то тебе придут копы быстрее, алло. Это ложь. На самом деле, может быть и так. То есть я долго в первой главе тоже находил первый раз улики, и меня просто перекинули на балкон автоматом. Я что-то не нашел. Может, деньги лучше взять? Нет. Птица куда лучше. Отстаньте, я все возьму. Ты хоть... Ты чё, серьёзно? Он сейчас придёт и скажет, ты меня воруешь, да я тебе сдам. Он сейчас от копами позвонит тебе. Обворовала друга андроида. Еще часы давай забери. А, хоть часы нельзя забрать. Птицу еще забери у него. Выйти забери. Найти выйти. Полагаю, второй этаж? Ну, так полагаю, да. Я просто здесь не был, я не в курсе. Я в курсе, что ты не в курсе. Не в курсе, что я в курсе? Я в курсе, что ты не в курсе. В курсе? Я и говорил о себя, бросай как бы. Понятно. О! Ну, видимо, наверху там что-то есть. Сначала я брошу дрова. Видимо, будет разная одежда. Как удивительно, сколько сухих досок. Опять эта девчонка... Это не та же самая девчонка, что в одни из нас и в её тусовался? Нет. В одни из нас другая, если что, похожая, да. Но они похожи. Ну, нет, не эта актриса. Нет. Эллен Пейдж ее зовут, что ли? Да. Она на самом деле лесбиянка, ей 32, а выглядит как будто ей 15, и она убежала из дома. Ну, прям... Когда я узнал, что она лесбиянка, мне сразу вера в неё. Кто? Эллен Пейдж. Она лесбиянка? Да. Никогда. Ну, наконец-то. Дождаться, пока Алиса не проснется. А это входит? Примерочная. Бери косуху. Нам не показали. Ты, наверное, получше себе одежду нашел. Ну как я украл из прачечной. Слушайте, ну так-то. Так-то ну, стильно. Да. Бомжатник как-то. Стильно, модно, молодежно. Да, сейчас все хипстеры так ходят. Да. И не только. Thank you.
ухо отрезает. Вот откуда, откуда она знает, как ей делать стрижку? Она же андроид. А-а-а. Ты что, не смогла? Так признать, что не ту кнопку нажала, да? Да. Как ты первую кутые прошла? Спокойно. Это начало конца. Я так и думала, что... Теперь это мальчик 9 лет. Мне кажется, сейчас пойдет дождь. Вау! Можно говорить, Гелла, она будет похожа на 60-летнюю бабку. В некоторых ракурсах. Не, давай черные. Да, мне черные тоже больше нравятся. Ну, светлые. Ой, я за мной все повторяете, понятно. Конечно, за тобой все повторяю. Ну, тогда... Что там про кастомизацию говорю? Ой, все. Понятно, Дэвид Кейдж просто иллюзию выбора дает. Ну, в зеркало-то ты другое смотрел, когда все это происходило. Не, на самом деле, если бы сейчас не кастомизировал, если не поменял внешность, то было бы немножко нелепо, что будет дальше. Типа ее выизи нашли. Ты не хочешь раздвинуть? Я только сейчас увидела, что можно раздвинуть хватку, не приказывали. И там чувак сидит. Ну, вмазался приняк. Встал. Ладно, пока это все. Твои свободы. Что там было, что с чуваком? Прогружался. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найдут, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Бежать? Без понятия. Черт, я ненавижу стелс. А теперь мне. Сразу тебе? Да. Ну, так ты быстро меня найдешь, ты же знаешь, где я. Нечестно. Что меня будет смотреть? Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Ну, в моем варианте не просто сразу приехали в мотель и сказали, в каком я номере живу. Побег да. Она может быть рядом. Ты понял. Может. Так, а в смысле? А мне дали походить, когда я ее... На. Райт нашел, чем покормить маленькую. Класс. Вот, гляди. Подарок. Ральф сейчас все приготовит. Ральф, друг. Ральф знает, что люди едят. А ты его? Жжёное мясо. Оборвало. Жжёное мясо. Садись. Не стесняйся. Большое спасибо тебе, Ральф. Ты каннибал не смотрела, что ли? Пора. Он у тебя защитился. Нет, ну пойдете, когда ребенок будет накормлен. Мы сядем за стол вместе, как семья. Я буду папа, ты мама, а она дочка. Я так понимаю, тебе еще от него надо будет свалить. Так-то лучше. Ральф очень старался найти хорошую еду для маленькой. И отказаться было бы невежливо. Правда? Сейчас. Блин, это трудно интереснее. Будет вкусно. Это сочное мясо. Сочное. Сочное. Это либо норка, либо бобер, либо это выдра. Папа, мама. Это крыса большая, детройская. А норка что делать? Не отвлекайся! Вдруг сейчас будет резкий Питер Венц. Правду! Что она очень хочет поесть. С большим удовольствием. Да, маленькой обязательно понравится. Ральф выбрал ей самого большого, самого лучшего. Мясо будет сочное. Сочное. По ей можно же жрать, да? Ну, да.
Давай. Ешь. Труп. Ты ведь убил человека? Нет. Нет, Ральф его уже таким нашел. Ты ведь хочешь, чтобы мы были... А вот дальше спрашивай. Ральф. Может, он как раз правильно выбрал. Я не знаю. Папа, мама и дочка, так ведь? Папа никогда не станет заставлять дочку есть, угрожая ножом. Да ты психолог, я смотрю. Только не надо брать нож и резать его сразу, хорошо? Он хотел, чтобы маленькая поела. Но Ральф не злой. Нет, не злой. Так отпусти нас. Есть кто-нибудь? На ограде голубая кровь. Угу. Сюда приходил другой андроид. Да. Я, может, даже тебя сейчас спасу. Мне кажется, мы как-то убежим. Может, нам поможет, скорее. Наверное, я махаться с ними сейчас буду. Получается, ты когда в мотель-то пришел, ты их сразу арестовал? Я просто подошел к номеру, и потом все переключилось на этот, на Кэру. Они убежали, они убежали. В доме андроид. Это жопа была? Понятно. Человек, потому что разожженный бой и готова еда. Модель. Следы горения, необратимые повреждения кожи. Признаки нестабильной работы программного обеспечения, вероятность уничтожения умеренная. Выяснить, что беспокоит андроида. На ограде голубая кровь. Как сюда идешь в регистрацию? Сюда приходил другой андроид. Это Ральф поцарапался. А-а-а. Это кровь Ральфа. Я ищу модель AX-400. Видел такую? Ральф не видел. В доме есть другие андроиды? Другие? Нет. Заподлесница. Только Ральф. Нет. Не бойся. Я тебя не трону. Что-то у него и так шкалит. Смотри, ничего не делаешь? Вон они там. Убегайте скорее! Ты что, охерел, что ли? Гордон, что происходит? Она здесь! Сообщите! Куда она делась? Туда. Они побежали к станции. Так, если тебе надо будет играть, я на паузу поставлю. А там я уходил, снялся. Вот я уходил. Вот интересно твой геймплей. Получается, типа, ты начинаешь бежать за кем-то, и ты уже должен от него убегать, и играешь типа в соло. Мы все. Да вон они! То есть что только за мной было? Да вот они. А че никто сами-то, никто не бежит? Потому что андроид. Нифига, тут оказывается бегает. Стой! Не стреляй! Нужна живой! Вот видишь? Так у тебя стреляли. Я не видел. Так вы меня расстреляли? Нет, вряд ли. Что ты сказал? Не стрелять, нужна живой. Я ничего не говорил, просто окно. А, ну понятно. Так, вот ты, наверное, что-то будет, да? Сейчас, погоди. Охренеть! Вот дает! На. О, у меня на Тетрисе такая штука. Готов? Да.
Она много раз убила. Нельзя их выпустить! Расслабься! Их сейчас в лепешку раздавит! Я не могу рисковать! Эй, ты что, охренел? Погибнешь! Тихо. Не смей за ними! Коннор, мать твою! Разный сбой! Блин, ну как так? Вот это неудобно! Немножечко. Ты сначала даешь, типа, уйти, а потом начинаешь это говорить. Ну-ка, вот это вот так! Типа, если бы я солнце... Что такое вон? Что такое вон? Я полицейский. Пошел вон! Это я! Саян! А ты чего на паузу не поставил? Тогда, короче, его управление начнут... Да я не помог даже! Я даже нажимаю, все нормально! А, не неправильно! Нажми неправильно! Нет, неправильно нажимаю! Встанет! Это я! Это был я! Ты не нажала! Какого хрена? Я! А у тебя такое же было? Нет, у меня вообще не было такого. Она спокойненько ушла, стелс и все. Охеренно просто! Спасибо большое! Пожалуйста! Я на самом деле тыкала, но она тыкалась. О май гад! В общем, это они вдвоем руинировали. Я вообще... Я руинировал. Я вообще не при чем. Я в полуметре сидел. Да нифига. И просто смеялся и умирал от смеха. Так, мне кажется, могло закончиться все плохо. Слушай, ты мог попасть под машину. Или ты попал под машину? Я попал под машину, но вообще! Я думаю, мы могли попасть под машину. Да, я думаю, мы могли. Эти 5 FPS при приближении. Коннор, ты твою мать, меня уже второй раз убили! Хватит! Если мне еще и Хэнку бьет, это уже вообще беспредел какой-то. Я тебе говорил туда не ходить. Пух! Так, подождите, а что было бы, если бы я отказался убежать за тобой? Коннор преследует Кэру. Невозможно. Не-не-не. А, вон там сверху было. Да, я здесь. А, нет, вот, посмотри, под лестницей, Герса. Вот тут. Вот здесь где-то. А, вот Кэр лестница на хайвее. Добираться до середины. А, ну просто сразу в этот уход. Да. А, ну они перебрались. Ну, короче, да, не было бы этого путы. Ну, здесь бы я вас ловил. По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. У тебя же сложный, геймплей сейчас будет. Очень сложный. Серьезно? Очень, капец, ты просто пазлы сложный. Это, ты там должен быть. Как и я, когда ехала. Не сегрегируй тут. У него нет. Наслаждайся. Наслаждайся, пока можешь. Все, получилось. Вот, насладился? Там легкая вибрация, нет таких мощных вибраций, как... Как в этом? Не надо! В этом? Как его? Нет, ты про игру, да, почти? Нет, про это. Кисть место не наше свободное. И у чувака это электрический способ. Infamous. Infamous, да. Second Son. Это R20 ты кэшь. Все, можешь. Изучил символ? Он на Unreal Engine. Unreal Engine? Старый, помнишь, когда он красненький еще был? Нет. Чекни слева, плиз. Слева. Чуть-чуть налево камеру. Вот. Нет, нет, нет. Это будет сложный. Это будет сложный глаз, сразу говорю, слева. Ты чекай слева. Нет. Я поэтому тебе и дал проходить, потому что я бы все знал, быстренько прошел бы здесь. Надо думать. И все, и не убивай меня, не кидай меня под машину больше, хорошо? Все и было. Если бы я тебя не кинула под машинку, я бы попал. Я бы тебя отправил бы домой, тебе как... Я думаю, на полчасика он пройдет, это 10-минутную главу. Я пока успею сходить в топ. Да, здесь можно ходить в топ. Это все, да? Типа я сейчас нажму кнопку. Хотя. И все закончится. Вот на сюда кнопку, молодец. И че? Тебе нужно вот эти символы просканировать, видишь, как внизу. Вот эти. Такие символы будешь находить на граффити всю главу. Треугольник зажми.
QR-кода? Типа да. Теперь находи вот такой граффити. А, ну я понял. И дальше, короче говоря, по прямой. Почему она сложная? Очень сложная. Здесь нету, даю тебе подсказку. Тут нету льва. Спойлеры! Здесь нету льва! Сам ходил там три раза, наверное, туда-сюда. Ну да, как бы. Я что-то уже 10 часов проходил. Дэвид Кейдж говорил, что 8-10 часов игра проходит. Я только посмотрел на запись трансляции. 10 часов 40 минут. What? Ну, правда, я пытался кончик игры. Это эскалатор, на это можно вставать. Я пытался, я серьезно, я жал. Он познакомился с эскалатором. Вика, унеси, пожалуйста, бутылки, а ты что, пьянь? Моя пьянь. Твоя пьянь. Твоя пьянь? Твоя дарья. Вот видишь, Лёва? Лёва? Лёва. Лёва. Понимаешь, может быть, и право себе. Вот, до вас доходит. Чё, так не надо было камеру, она сама направляла. Хватит забежать. Чё с ним как сдал? Чё сдал он? Я с ним немножечко умственно сдал. Кстати, куда ты смотришь сразу? Да, это негр. Рокстар. Я здесь сразу, кстати, нашел, может походить по райончику, кстати, может что найдешь, ну или два потока какие-то. О, понятно, может я пройду. Телефоны тут, телефоны, работа. Я живу. Зажать льва надо. Нет, в смысле, типа я дорогу перекину. А, ну потому что. Даже ты на красный сможешь прийти. Не сможешь, хераси, ты просто подрывник. О, нашел. Видите, тут зебра зеленый крашивается, когда нужно идти. Видели? Да. Ну вдруг вы не заметили? Да, мы заметили. Наверное, надо посмотреть. Нет. Чё тут GTA? Ты что, не заметил, что ли? Ниже. Подсказывай. Где? Он даже так не увидит, когда по центру экрана валю. Вот сейчас, вот здесь будет сложный геймплей, здесь просто многоступенчатый пазл будет. Нужно сначала соскребсти что-нибудь. Не поможет. Соскребак. Пробежал. Не подсказывай. Ну он пошел бы сейчас в тупик, справа, справа. Вот пошел бы в тупик и все. Сюда? Да. Ничего, где? А, точно. Лол, я смотрел на него. Классный чувак. Где третий? Ты видишь, Вика? Вика, ты видишь? Ну, я вижу. Ощущение, что вот это вот херня. Я говорю, это сложный пазл, он многоступенчатый. Типа, нужно как-то скинуть туда, или, да, присесть. Боже мой, многоступенчатый пазл. Mm-hmm. Сейчас я еще поцарапаюсь, да? Ногу оставишь здесь. Или глаз. Они у них просто так валяются, мне нужно. Балет? Ну так давай в Детройт съездим, что за балетой? Давай. Уже знаем, где лежит. Ты знаешь, что это за улица? Или найдешь ты граффити? Не знаю. Только 2038 года подождем. Конечно. Как же это интересно. 43, ты представляешь? Я уже полжизни проживу. Че, говори, куда идти? Ты сам иди, что я тебе подсказываю должен? Вон еще одни. Ты не хочешь посмотреть следующий граффити или уже посмотрел? А он посмотрел. Нет, он не смотрел. Че не? Раз. Че? Какие? Это тоже сложно много ступить. Да. Нужно перелезть. Это Дэвид Кейдж, решение поблизости. Нужно взорвать эту стену. Взрывай. Вот этот бачок бери, взрывай. Все, что красное, все можно взрывать. Что это? Я этого не видел. Ты, ты ч
чё, серьёзно? Надо занять позицию, наверное. Блять. Что с тобой не так? Алло. Понятно. Ничего, просто посмотреть, ну может что-то скажет там кому-то. О, бедный робот. Юрий. Чё, не могу двигать? Ну, просканируй. С другой стороны подойди. Сложная игра, да? Нет, надо... Зачем ты дергаешь, надо зажать? А, понятно. Ты дергать знаешь, где будешь? Нет, покажи. Чё, я тебе показать? Я профессионал в этом. Нет. Передергивай. Ни хрена себе. Паркур! Так, от француза же, как бы все. Рассказывай, пусть сам видит. Где? Неожиданно, да? Сложный геймплей. Вот это вот твое... Че, вы не видите? Ты-то знаешь? Ну я на самом деле нет, увидел только сейчас. Я думаю, запоминаю такие моменты. Конечно. А что тут сложного запомнить? Записываешь их, спойлер. Я его только сейчас увидел. Посмотри на Дико. Можете право джойстик, чтобы выбрать маршрут? По-моему, Вика, у тебя тоже самое. Или нет, по-моему, только у него ехать. Я могу по стеночке. Ну, значит, это тебе для этого, для туториала. Ну, слишком неудачно. Теперь L2 надо. Перемотать с помощью L2, перемотать с помощью... Что? С помощью... Теперь двигай правый стик куда-нибудь, налево, направо. Можно на него посмотреть? Вау! Еще. Правда, ничего не надо нажимать во время этого кута, это немножко глупо. По-моему, отлично вообще. Спасибо. Надо было все-таки менять сложности. Он вообще радовался, как ребенок. Там бы точно было пресс-систы видно. Ничего, ничего. Там есть момент, где если он завалит кута, нас убьют всех. Одним просто махом. Если он завалит? Да. Зачем ты это? Поэтому я завалил его раньше, понимаешь? Я ж полицейский. Чтобы он не завалил. Да! Нас убьют еще раньше. Да! Ну, ой, ты-то вообще тут как бы вообще левый человек, это мы с ним тут. Ты что меня бьешь? Не бей меня! Больно! Ты в безопасности, он не сможет тебя заменить. Заменить нас все. Он случайно нашел сразу. Да, я так поняла. Изи карточка. Реально, можно просто валить постель. Да серьезно? Серьезно. Да нет, я имею в виду, сколько можно искать-то? Да мы поняли. Это весь геймплей, кстати, в этой голове у тебя будет. Заржа. Что, тоже эти просчеты? Ну, чё считаем? Чё считаем? Я не могу смотреть невысоко. Потому что ты ему жопу мешает. Смотри слева, справа от него. Можно. Ну и дальше.
ты зажимай просто L2 тебе от этого, да, нужно мне. Это подтвердили, что маршрут вы избран правильно. Маршрут построен. У, сколько КУТЕ. Ни одно не проводил. Ух ты! Просто никто не видит твои здания. Давай. У тебя обрезалась картинка. Я специально диском режу, понятно? Самое сложное КУТЕ в игре. Просто сам вставь X. X. Да. Вот здесь сложный пазл будет, самый сложный на самом деле в игре. Нужно встать правильно. Да, иди, на! Так я уже вижу! Он-то не знает, наверное! Ну я только что догадалась! Да я сразу догадался, как это увидел! О май гад. Прошу. А, ну... Не подсказывай ему! Он... Да как это само поставилось? Самый сложный в игре! Самый сложный был самый первый, если что. Вообще. Да вы чё, блин, парк не сходит. Я каждый раз не парк. Смотри, сердечко, у него руки заняты. Подожди, мое сердечко, я потом покажу. Я ей покажу, не тебе. Перевернутая? Да. Да? Может быть. Нет! Зачем ты трясёшь гепарда? Это неочевидная вещь. Ты, короче, всё, когда видишь вверх просто, и гепарда вверх, и стика вверх, знаешь? Ты узнаешь игрока, да? Зато Е нажимать ты просто прекрасно умеешь, я не понял, но по финаловый вариант. Надо просто залить, просто, понимаешь? А еще никто не подумает, что он андроид, потому что у него два разных глаза, а андроид двигается. Нет. Похудей, а? Андроиды не болеют. Ожирение? Да, кстати, даже не сказано, что они едят. Ничего они не едят. А, как, а чем они подпитываются тогда? У них просто идет это, да. Голубая кровь питает их биосистему. То есть они заливаются, да? Шо? Ну вот туда тебе, налево. Алло. Налево. Теперь направо, если персонажа есть, посмотри. Да вот туда. В другую сторону. Да вот. На вышечку. На вышечку забирайся. Да. Да вот тут. Да. 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 Найс. Это сделали. Вот, да, вот они. Хорошо. Ты зачем главы, кстати, так сделал, что я не понимаю? Похоже на последнюю сцену в этом Heavy Rain. Тут все похоже на Heavy Rain, я тоже, кстати, это заметил. А еще на первую сцену из Нир Автомата. Тут тоже будут большие монстры. Человек самый большой монстр. Сейчас очень большой мак. Не делай так, что ты делаешь? Рука переваривает. А если что-нибудь выскочит? Откуда? Только не в меня. Это под углом должно быть просто шикарно все. И звука. О, они же даже не связаны. Связаны. О, прыжок вверх. А да, короче, этот, Шон. Джейсон. Тут Шон. Шон! Шон! Я так не понял, где он потерял плащ. Это... Правильно. Снять его бытки. Ну чё ты его унижаешь перед зрителями? Это же не видят. Это он сам это делает. Они просто не видят, что это Илья играет на самом деле. А, ну да. Блять, просто все, рейджер проплатил как бы. Вот это с первым путем как бы нам там. Нет, на самом деле это просто перед Кейш непонятно. Что ябедничаешь? Что я-то ябедничаю сразу. Это Конор все ябедничает, я ни при чем, я уже со мной. Ну как ты... Во! Правда, ты только что трёс. Я сзади вниз, да, на блоке. А сзади что-то было или сзади? Нет, там ничего не было.
Честно говорю, это не подстава, там ничего не было. Там нет молодцов никаких. Да я думаю, тут надо какое-то конкретное место прийти, да? Да. Блин, ты идешь, как бы находить Иерихон, если что? Ну, Иерихон — это название суммы. Тут сложно найти другое место, потому что игра линейная даже. Можешь не отправить в Питере время, там ничего нет. Просто скажи, куда ему идти. Просто иди вперед по коридору, все. Придешь. Тут несложно. Направо. Потом он в конце. Вот если бы ты нашел одну штучку, которую ты не нашел, ты, конечно, бы смог делать то, что сделал я. Я специально смотрел, думал, кто на прибежал. Вдруг он нас обманывает. Блять! Я когда вам скажу нажимать крестик, вы нажимайте крестик, пожалуйста, хорошо? Нагнись. Нагибайте, давай. Пришло время. Он правда нагибает. Не было такого. На четвереньках. Отжимается. Ты все ради кота. И кот тоже на четвереньках отжимается. Перед дверью. Иначе это не тоже. Он где в своем рабстве? В голодном рабстве. Я ему даю еду, и все, я тебе ничего не требую. Просто кот всегда кричит, а я думаю, почему он кричит? Не, ну надо тебе другие гриди, давай ты кричать будешь. Почему я могу вверх смотреть? Я не знаю. Да? Нам бы сразу просто, на самом деле. Нам бы было коридор, который я говорил, что направо. Это правда. Да нет! Да нет! Да нет! Да нет, это треугольник. Он это делает специально. Все, я понял, кругляшок. Тут кругляшок, а там весь геймпад нарисован. Наконец-то я осознал. Ты мне не тот признак просто. Там реально первый кутырье у него будет самый сложный всю игру. Сейчас? Не здесь, потом. И Иерихон здесь. Кто это? Все, наконец-то. Да, ты нашел. Я не знаю, что здесь можно пропустить, но там какие-то три штуковины можно было найти. Он по-любому их нашел, если бы ты не говорил ему. Ну вот что здесь? Вот что это такое? Что-то отдельное вообще. И вот здесь, вот здесь что можно найти вообще отдельно? Надо зайти куда-то, что ли? Покинуть станцию. Можно не покидать станцию, да? Просто и все? Просто уехать? На этом, да.